Всем привет! Сегодня будем рассматривать аккумулятор. Очень интересно, что с ним произошло, что в нем внутри. Он что-то не заряжается. Вот у меня есть приборчик, сейчас мы его еще раз проверим. Посмотрим, может мы его отремонтировать сможем. Заряд аккумулятора. Так. Так, 530 ампер, вот он у нас, смотрим, я его сутки заряжал, ничего не помогло. Так, вот видите, 100 ампер всего лишь у него стартовый ток и напряжение 11,21 вольта, вот, а это 0. Он, короче, зарядку не берет, одна банка замкнула, ну, судя по всему. Сейчас мы его распилим, да и посмотрим, что же там внутри. Что же там замкнуло? Может, нам это замыкание устранить удастся? Очень интересно, да? Ну, пилим. Хочу оставить клеммы на месте, чтобы можно было потом обратно его собрать или попробовать собрать. Короче, мужики, взорвался аккумулятор, слышали? Я же его на зарядке держал перед этим, а там водород выделяется во время зарядки. Ну, а внутри перемкнуло пластины, и водород взорвался. Хорошо, и хоть его не разорвало. Ну ладно, пилим дальше. Обратно его уже собрать не получится, как я понял. Так, смотрим. Что там, содой промывать? Алёша механик рекомендовал. Сейчас мы посмотрим, что здесь можно промыть содой. Так, пластины. Целостность пластин. Смотрим, вот они, эти пластины. Так, есть. Опа. Что здесь в мешочке? А в мешочке здесь каша. Так, я вам сейчас просто, смотрите. Вот, видите, это пластина. Ой, ее нету. Мешочки только ценные, наверное. А ну-ка, высыплю пластину. Во. Во, нету пластины, все. Одна труха от нее осталась. Так. Так, ну я так понял, там со всеми пластинами одно и то же. Вот. Не знаю, это положительное или отрицательное, я уже запутался. Короче, вот, одна пластина целая, а вторая, те, которые в пакетиках, представляют из себя фарш. Вот они. Вот эта пластина. Короче, я думаю, можно не продолжать. Все пластины, которые в пакетиках, уже не пластины. Видите? Содой промыть, прокипятить, как там Лёша механик рекомендовал вам на ютубе. Сколько людей занимались, не пойми чем. Содой промывали, о! Какая сода! Короче, вот фарш.
Ну, короче, в черную грязь превратилась. Содой промыть. Не, мужики, содой здесь уже не промыть. Во. И такие все. Ну, должны быть вот такие. О, вот это еще более-менее целое. Вот. Сот еще есть. Во. Вот это еще целое. Вот это еще можно переплавить. Это просечная растяжная пластина. Должна быть вот такая вот. Обе должны быть. Ну, а здесь. Дальше, я думаю, смысла нет разбирать. Вот такой вот аккумуляторчик у нас получился, да? В общем, нечего здесь восстанавливать. И причина замыкания пластин ясна. И причина того, что он не держит емкость, не заряжается и так далее. Нет смысла вообще что-то там мыть, пытаться заряжать. Нужно идти и новый покупать. Вот такая вот история. Ну ладно, мужики, все. До следующих видео. Просто интересно было, что внутри аккумулятора.